Я что хочу достичь? Я? По большому счету, это искусство убивать. Мы ее всю жизнь оберегали, чтобы она не занималась каратэ. Если замуж выйду, разведусь, мне придется куда-то и пойду драться. Научишься драться. Можешь заниматься чем хочешь. А вас кто просит их перевоспитывать? А откуда вы знаете, как нужно правильно? Моя задача ему в голову попасть. За всем удовольствием. Чего ж греха таить? И в нокаут меня укладывали тоже. Они до того слабые. Их трогать нельзя, они тут же падают. Не поверите, 10-15 лет труда. Вот одна золотая полосочка. Смотрите программу «Обернитесь» 8 февраля в 18:45.